Всем привет! Сегодня обзор на соковыжималку Moulinex JU550. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Буду рада, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Moulinex JU550 – центробежная соковыжималка. Основными плюсами такой соковыжималки является то, что она сможет переработать большое количество фруктов без нарезки. Сок получается более прозрачным, и он быстро расслаивается. Узнать актуальную стоимость этой соковыжималки вы сможете, заглянув в описание под видео. Там я оставила ссылки на самые выгодные предложения в интернет-магазинах. Мощность у соковыжималки Moulinex JU550 – 800 Вт. Через широкую горловину в 75 мм можно загружать фрукты целиком или крупными дольками. Прибор оснащен автоматическим выбросом мякоти. Это функция, позволяющая автоматически удалять отжимки из центрифуги в специальный контейнер без необходимости прерывания работы соковыжималки. Дополнительно к соковыжималке прилагаются два резервуара – для сока объемом в 2 литра и для мякоти объемом 0,8 литра. Прибор оснащен двумя скоростными режимами. Первый режим подходит для отжима более мягких фруктов и овощей, например, цитрусовые и томаты. Второй скоростной режим подходит для твердых фруктов и овощей, к примеру, яблоки, морковь, ананас, свекла. Система капли-стоп предотвращает появление капель сока на рабочей поверхности после окончания отжима. Функция реверс применяется, чтобы извлечь из шнека застрявшие продукты путем кратковременного обратного вращения шнека. Прорезиненные ножки добавляют устойчивости прибору. Я проанализировала отзывы реальных покупателей и выделила основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Хрупкий материал верхней крышки. Может быть, влажный жмых. А вот что покупатели оценили больше всего. В широкое горлышко можно поместить целый фрукт. Не перегревается. В комплекте щеточка для чистки. Мощная. Стильный дизайн. Две скорости. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!